Ну там стиков не осталось. Нет, осталось 3 стик. Можно тебе Ну, сюда можно. Сюда ты бы чудо. Всем салам. Как вам мое похудение, ребят? Скажите. Ну-ка, скажите, преобразился я или нет? Илюха, что ты скажешь? Я преобразился, похудел, красава, водос, живот уже уходит, нормально. Он преобразился. О, Серега, привет. А мы в баньке, привет, с поляны все. Привет из Казани, привет из Казани. Серега, привет. Иди ближе, иди в прямой эфир. Почему борода неровная? Потому что еще не делал бороду. Будем делать бороду. Ребятки, всем привет-привет. Борода ровная. Да. Вот, борода очень ровная. В общем, сидим в баньке с девочками. Я начал думать, сейчас я в бань попарюсь, мне загар будет сходить. Как чиновник. Да, ты так в баньке с девочкой. Ты так думаешь? Вот, в общем, короче, похудели уже. Бороду, бороду надо делать. Да, бороду я буду делать 2 недели еще до того, как ее отрастить. И буду делать бороду. Поэтому вот так вот, что-то не то, а что не то. С бородой что-то не то. Как этот подъебал, че с лицом? Да-да-да. А, этот Никитоша, а, Мишаня, короче, это. Преобразился, Старик. Давай дальше. О, спасибо, да, преобразился. Будем дальше делать вещи. Ну, уже вон плечики появились, грудка. Сейчас спина прорезалась. Спина, хорошо. Да, прорезалась, как он говорит. Ну, со стороны виднее. Ты ходишь эко? Чиновник, тебе дают, что ты хороший парень. Да, спасибо большое, ребят. Давайте я вам покажу чиновничье лицо, чтобы вы понимали, вот этот человек зарабатывал раньше деньги на чиновничьей. Да, на должности. На должности чиновника я пришел сюда к вам на дом 2. Ты что прячешься, малая? У меня такая сразу улыбаться. С бородой что-то не то. Где новая девочка? Новая девочка покинула нас. Уехала домой. Нет, это... Ну, обещала вернуться. У меня, короче, закончилось. Ну, как обещал вернуться, короче. Дай мне потом. Увидите в эфирах. Нет. Тут 2 стика осталось. Вот это твою, которую ты сейчас делаешь. Это же сейчас я? Да, ребята, сильно разбрасывает. Почему не побреешь бороду, сразу внешне помолодел? Я уже брил бороду, мне не идет без бороды. Посмотрите эфиры раньше. О, Новосибирск, привет, ребята, земляки. Может, вы выставите себе старопок волос? Да. Да, я снова один. Снова один, одиночка. Приходите, приходите ко мне. Ну вот, все уже. Уже все, девочка уехала. Спасибочки. Привет, привет. Короче, на спорте пока набираем еще на массу. А там что, белое? Не знаю, ну, спросите белую, с ней не общаюсь. Килограмм 5. Молдавия. О, Молдавия, ребята, всем привет. Молдаване. Родные, очень приятно, что вы нас смотрите, что вы с нами. Азамат, ассаламу алейкум. Привет, привет. Как у вас дела, ребята, расскажите. Желтый вас смотрит. Меня? Бомбит. 30-ка пока. Привет от Егора. Ребятушки, ну что, 2 недельки еще я буду худеть, преображаться, побрею бороду, новая прическа, в общем, все увидеть через 2 недели. Приднестровье, конечно, знаю Приднестровье, вот. Здорово, Кострома, Кострома, привет тоже, ребята. Вся Россия нас смотрит. О, хорошо, Альбиночка, Альбина, Уфа, привет. У нас Владос, короче, он как будто, знаете, не прямой эфир ведет, а как будто он ведет матч по хоккею. Да, правильно, что с Белой перестал общаться. Спасибо, дорогие, я тоже так думаю. Влад, выбирайся в город, пересечемся. Слушай, Серег, смотри, короче, в город я, наверное, выйду через недельки 2, ближе к 14-му. Поэтому вот так вот. Ты мне нравишься, твое поведение, мужик. Ой, спасибо, приятно. Привет из Пензы. Пенза! Привет, привет, ребята. Ребята, Пенза, привет. Альбина, как дела? Что у тебя там нового? Расскажи, что у вас, как там, что интересного. В общем, мы паримся в бане сейчас, в четвером сейчас еще Артур Николачук придет. Да. Я здесь сказал, Казахстан, а не вот не выглядел. Ассаламу алейкум, Казахстан.
Спасибо, пришел. Малая Юля тебе нравится как девушка? Да, нравится как девушка. Вот она рядышком, смотрите. Малая Юля. У меня фамилия вообще-то есть. Еще скажите, взять? Ну-ка, ребят, скажите малая честно, страна. Как мы смотримся вместе? А подойдет пара? О, вот, привет, наша, Беларуси. Или нет? С какой Беларуси? Ну ты убери наоборот как раз. Вот, вот, ты вот. Ты не знаешь. Покажи, да, ты не знаешь, ты все равно. Ты посмотри в камеру, подожди. Ребят, ну что, мы смотримся вместе? Хорошо была бы пара? Тут кладусь. Давайте, оцените. Малейкум салам. О, очень красивая. Спасибо. Спасибо вам, ребята. Понятно. Причем оставил бороду и волосы, чтобы было полное преображение. Вот, да. То есть пока я отращиваю все, то есть ничего не ухаживаю. Поэтому через 2 недели все будет прикольно. Привет. Достойный мужчина, единственный на доме. Спасибо большое за теплые слова. Юля, нам говорят, что мы прекрасная пара. Говорит, да, смотритесь. Слушай, голос перебивает. Да, нет, Илюха она напротив. Нет, она маленькая для меня. А кто? А, я понял, что ты хочешь ко мне, просто поэтому так пишешь. Из Владивостока, Владивосток, родной город, привет, мариманы, моряки. Как говорится, военно-морской флот, все самое главное. Ребята, всем привет. Да, туда тоже взаимно. Вот малая, чтобы вы понимали, она теряется, короче, у нее мозг лагает. Вот. У меня мозг лагает из-за того, что вы говорите. И сарая, короче, такое вот себе, малая, ты больше... Пришла ко мне на проект. Что достойно, спасибо большое. Юлька, не Садеева, хоть надеюсь. Юль, знаешь, вопрос такой, ты Садеевым или нет? Ульяна, ты чего орешь? Это Ульяна. Ты можешь сказать, что со мной. Я не с кем. Да, ты уже занята. Но да девушка, я так занята всеми, мне сегодня на свидание все требовали. Подожди, так, а ты для меня свидание? Короче, у тебя что, девушка, которая пришла по эфиру, ты не очень. Маленькая для меня, да? Блондинки или брюнетки, без разницы. Рыжие. Все отлично, я в Москве, скоро в Турцию. Ты сейчас с кем? Покажи тату с белой. Я сейчас один. Вы можете просто по имени писать. Ульяна, тебе привет передали. Ты очень красивая девушка и воспитание, и воспитанная. У брата чуть побыл. Марат, привет. Привет, у тебя тоже для Адеева не маленькая. Приезжай в гости. А куда в гости приезжать, Ника Валерьевна? Куда приезжать в гости? Ты бы очень ты должен зайти к нему. Смотрелся со мной. Честно, ну пиши в директ, давай пообщаемся, может быть и правда. Белая самая лучшая. Не была бы я замужем, я хотела бы с тобой быть. Отлично. Слушай, приятно. Это вообще ужас. Приятно. Да-да, что я. У белой поведения вообще ужас. Правильно, что тебя Бог отвел. Спасибо. Не нужна тебе ни та, ни другая Юля. А кто нужен? Юлям отказано? Стася, ты мне нужна, что ли? Не жалеешь о тату? Нет, вообще ни разу не жалею. Тебя будет отменить, будет, понимаю. Да, очень будет нечестно. Удали эту позорную тату после последнего эфира. Это... Скиньте денег на удаление сначала. Да, кстати, смотрите, видите, она уже все деньги в семью к нам. Молодец. Потому что, знаешь, сколько денег стоит удаление тату? Это еще больно? Ульяна, я за тебя. Сразу. Ульяна, ты с 3 детьми крутая. Да не собираюсь я сводить тату, ребята, успокойся. Ну, давай, выходи, я тебя сейчас уберу с прямого эфира. Ку, как привет. Хотите убрать? Дай сюда. Скотина. Ребята, фигня, пока страдаю. Давайте, пойдемте с вами, немного подышим. А во сколько ложитесь спать? По-разному, часа в 2, в 3. Ты самый добрый, искренний парень на проекте. Спасибо большое, очень приятно. Ты хороший парень, спасибо. Спасибо, ребят. Да, кстати, у меня новый телефончик. Как видите, камера получше стала. Наконец-то обновился. Юля мелкая плохо ведет? Да нет, не скажу. Она ведет себя достаточно хорошо. Во Владивосток приезжать в гости? Да с удовольствием, приеду. Почему нет? Одни шаболды. Слушайте, бабушка моя также говорит, что одни шаболды. А как у вас не снимают сейчас? Снимают, но здесь есть место, где нет камер, поэтому можно себе позволить. Ой, спасибо большое, очень приятно. Видно мой рост на проекте, так держать. Хорошо, будем так держать. Показать свое тело, как прогресс. Ну вот так прогресс. То есть, как, не знаю, вот так прогресс. Еще 2 недельки, и будет вообще огонь. Как вам, кстати, мое тело, как преображение? Все ли замечательно, прорабатываем? О,
не могу ответить на этот вопрос, ну да. Он самый умный мужик на проекте. Ой, спасибо. Что с телефон был до этого? Да так, стрёмненький был рабочий телефон. Сперва в Абхазию. Хорошо, Марат, в Абхазию приеду. А в Латвию приехал? Слушай, да с удовольствием приехал, но знаешь, что я хочу сказать? Пусть Латвия приезжает к нам. Ой, спасибо большое за такие отзывы. Видны изменения. Спасибо, ребят, стараюсь. Очень сложно соблюдать диету на самом деле. У нас 2 тренировки в день, утренняя и вечерняя. 2 силовые, кардио. Влад, как же Бог тебя уберег от белого, ты супер выглядишь. Спасибо большое. С Юлей не помиришься? Нет, с Юлей уже история закончена. Мы точно не помиримся, не будем вместе никогда. Молодец, только вперед. Ребят, конечно, только вперед. Когда в НСК, собирай фанатов. Хорошо, соберу обязательно, но думаю, что через день. А я сейчас дома одна скучаю. Ой, ну что ж ты так дома одна скучаешь? Был в Карелии? Нет, не был, но хотел бы там побывать. Я знаю, что там прекрасные леса, просто замечательная природа. Просто огонь. Привет. К нам бы сейчас. Ну, приезжай. Настя Грана вместе. Посмотрите эфиры, можете у нее спросить. Влад, если белая не проектная история, то кроме внешнего напряжения надо внутренне. Слушай, я внутренне меняюсь, развиваюсь, изучаю себя, стал жить для себя, жить в моменте. Перестал уже жить для кого-то. Наслаждаюсь жизнью, поэтому я тоже меняюсь. Бросать курить хорошо, конечно. Ты молодец, Влад, приезжай в Англию. Слушайте, думаю, да, скоро, может быть, и в Англию приеду. Да? А, цени себя больше, конечно. Буду ценить себя больше. Правильно, не мирись с ней. Вот, хотя бы на проекте вряд ли. Вы на Александра Третьего чем-то похожи. Спасибо большое. Мое императорское почтение вам. Чем занимался до проекта? Был чиновником, проводил мероприятия также. То есть был ведущим мероприятием и руководителем отдела по делам молодежи. Чем занимался? Уверенности держится, не хватает тебе. Хватает. Всего в меру. Тебе не скучно в доме 2? Нет, не скучно. Так держать, Влад очень изменился в лучшую сторону. Спасибо, ребят. Ну что, я пошел в баньку. Давайте всем пока-пока. В общем, скоро выйду в прямой эфир. Давайте на связи, ребят, с вами.